вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – друзі, прекрасен наш союз. Нас творчество об'єднує. І сьогодні ми об'єднуємось навколо пам'ятної дати, яку ми будемо відзначати 10 лютого – День пам'яті Олександра Сергійовича Пушкіна. І у нас сьогодні в гостях голова Миколаївської обласної громадської організації «Руська національна громада Русіч» Тамара Білоусова, вчителька руської мови Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19 Вікторія Щур і учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19 – Олександра Секретна, Роман Николаев и Илья Гонорацкий. Друзья мои, здравствуйте. Как мы уже сказали, прекрасен наш союз. И дальше продолжение, Тамара Николаевна. Нас творчество объединяет. Итак, будьте добры, мы собрались для того, чтобы вспомнить дату 10 февраля, которая будет вот через несколько дней. Это день памяти Александра Сергеевича Пушкина. И ваша организация подготовила к этому дню немало мероприятий, очень красивых и очень трогательных. Рассказывайте. Ну, вы знаете, что всем знакомо и за пределами всего мира, я считаю, даже, может быть, и в космосе, где-то там за нами наблюдают, что великий Александр Сергеевич Пушкин был всегда, служил не только своему отечеству, но и мировой литературе, который признанный поэт всего мира, переведен на многие языки мира, поэт, который объединяет людей. Поэтому дань, конечно, ему высокая и честь, и хвала. Он этого по праву заслуживает. Естественно, Николаев тоже считается одним из культурных центров, где мы должны, и я считаю, и по праву обязаны уважать культуру каждой страны, каждого народа. И вот 4 февраля в Русском театре, в Центре славянских культур, прошел литературный бал. Это у нас уже второй бал. Первый бал у нас был посвящен, в 2012 году мы проводили с учащимися 12 школ. Это был к Отечественной войне 812 года, 200-летию. А это вот был литературный бал. К нему мы привлекли театр образа и пластики. Руководитель Зинченко Юрий Иванович, замечательный профессионал. Он давал также на этом балу и мастер-классы, что отрадно отметить. Привлекли школы, школы были вот, с поэзией Пушкина. Литературное объединение «Золотой парус поэзии». Вот. Совет национальности, естественно, как и не без, что нас была, какая наша была задача, чтобы привлечь горожан, чтобы пришли люди, пообщались. Не только они знают многие поэзию, но чтобы и при Элиски, самое главное же были у нас Алисочки, вот замечательный танцевальный коллектив. Спасибо Юлии Юрьевне, вот она подготовила такой замечательный номер. Мы сегодня на фотографиях это увидим. Эти, у нас деточек есть несколько фотографий, Тамара Николаевна. Может быть, посмотрим? Я давайте, не уверена, давайте, что там посмотрим, будет да. Вот именно этот ансамбль. Но давайте, телезрители, глянем. Глянем хотя бы на фотографиях, на бал. На бал? Бал, бал. Итак, Тамара Николаевна, вот это настоящий бал. Посмотрите, телезрители, какие красивые дамы, какие галантные кавалеры. Это театр образа и пластики, имидж. Да, и самое главное, а что... А вот замечательный танцевальный коллектив Алиски. Так. Маленькие вот джентльмены, дамы маленькие. Я так хочу и мечтаю, чтобы в Николаеве были только такие балы, чтобы были только такие встречи. Да, потому, ну, пусть встречи будут разные, Тамара Николаевна. Формат, да, формат но разный. Но вот чтобы... эти балы, они как-то погружают человека в атмосферу красоты и культуры. Друзья мои, вот вы увидели несколько фотографий с бала, то есть практически весточка с балой. Но у нас есть сюрприз, может быть, мы начнем с сюрприза, да, чтобы телезрители
не слишком уже нервничали, что мы задерживаем наш сюрприз. И ученики Николаевской средней школы номер 19, друзья мои, подготовили для вас сюрприз. Тамара Николаевна, что за сюрприз? Или, Виктория Анатольевна, вы обозначите, да? Ваши же ученики? Да, мои ученики, это мои умнички. Дело в том, что мы взяли фрагмент из романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Дети очень мало читают произведения, и мне бы очень хотелось, чтобы сейчас они прослушали и, возможно, взяли в руки книгу и почитали это произведение. Ну что ж, мы отправляемся в то время, когда дамы были в белых красивых платьях, а мужчины умели любить. Хотя, наверное, и сегодня мужчины умеют любить. Ребята, пожалуйста. Сомнений нет, увы, Евгений. В Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день, и ночь проводит он. А он упрям, отстать не хочет. Еще надеется, хлопочет, смелей здорового, больной. Княгине слабой рукой он пишет страстное послание. Но знать сердечное страдание уже пришло ему не в ночь. Вот вам письмо его, точь в точь. Предвижу все, вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою. Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас, когда-то встретя, вас искру нежности заметя. Я ей поверить не посмел, привычки милой не дал ходу. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Чужой для всех, ничем не связан, я думал вольность и покой. Замена счастью, боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами. Внимать вам долго понимать, душой все ваше совершенство. Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет, он вновь послание. Второму, третьему письму, ответа нет. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Дверь отворил он, княгиня перед ним одна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она его не подымает, о чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, и тихо, наконец, она. Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. И я любила вас. И что же, что сердце вашим я нашла? Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, и вам не нравилось? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен, и мы бы в обществе принесем соблазнительную честь. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уже решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Я вышла замуж, вы должны, я вас прошу меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, и буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. И здесь, героя моего, в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим надолго, навсегда. Вот так, друзья мои, как ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, да? Потому что у Евгения Онегина было все, но не смог этим. Друзья мои, а вот как вы, когда учили это стихотворение, то знаете, когда маленький артист, даже когда какое-то стихотворение учишь, все равно в него нужно погружаться. Илья, вы читали, вы представляли Евгения Онегина. Как вам герой Евгений Онегин? Евгений Онегин, я считаю, что герой, который решил, что это не его счастье, вот в тот миг, когда он с ней познакомился в аллее, он посчитал, что это не его женщина. Он действительно, вот он поступил неосторожно. Он ее, скажем так, отбросил ее. Да, вот. А
после того, как он все-таки понял, что действительно это его судьба, и пришел к ней домой извиняться за свой, скажем так, поступок, он понял, что она уже не его. То есть поезд время потратил. А вам вообще импонирует вот этот герой Евгений Онегин? Вот, например, Пушкин, когда он очень любил Евгения Онегина, да, Тамара Николаевна? А вам, Илья? Нет, я считаю, это не мой герой. Не ваш герой? Да, я не вижу в себе, скажем так, Евгения Онегина. Ну вот как. А кого вы видите в себя? Знаете, я еще даже, в принципе-то, и не определился. Так, как бы я еще, скажем так, в поисках своего героя. А главные черты характера вашего героя должны быть какие? Ну, не знаю, больше решительности, настойчивости. Он должен, скажем так, идти вперед, не останавливаться, достигать своей цели. То есть это черты настоящего мужчины. Вот. Благородно. Мужчины, слышали? Благородно. Вот черты настоящего мужчины из уст молодого юноши, который скоро станет мужчиной. Александра, да. Будьте добры, вы Татьяна. Как вам понравилась ваша героиня? Вам нравится Татьяна Ларина? Ну, скажу так, что да, потому что, я думаю, что она ничего плохого не сделала в том, что она сразу призналась же Онегину, потому что если бы она скрывала эти чувства, было бы, тоже не очень хорошо. И когда он пришел к ней, мне кажется, ей даже больнее было, чем Онегину, потому что она понимала, что она его больше не увидит, при этом будет с другим мужчиной, но все равно любит его. То есть, не знаю. Потрясающая женская логика, понимаете? Женщины, женщине все равно больнее, потому что Онегин поедет кататься по свету, а Татьяна остается с князем и тоскует. Александра, вы очень глубокая девушка, очень. Роман, вы автор, то есть вы должны любить одинаково и Онегина, которого не очень любит Илья, и Татьяну, всех героев. В вашем сердце они поместились? Да, мне больше, больше всего мне понравилась Татьяна, так как, Евгений поступил очень неосторожно и неразумно, мне так кажется, что, сначала, не понравилось, но через время полюбил. Через время полюбил. Да, надумался, разглядел. Получится. Вы знаете, друзья мои, ребята, спасибо вам. Кроме того, что поучительная история, но мы сейчас еще окунулись в удивительную музыку пушкинского слова. Потому что, Виктория Анатольевна, Пушкин – это все-таки поэзия Пушкина и проза его. Это все-таки музыка, правда? Да, действительно. Наверное, Пушкин – это был единственный поэт, и Пушкина нельзя родить заново. Это музыка слов, это прекрасное произведение. Мы начинаем с ним знакомиться буквально с детства. Мама, папа рассказывает, читает эти стихи. Когда мы взрослеем, мы приходим в школу, мы знакомимся с творчеством. И каждый открывает в Пушкине что-то свое, что-то близкое, что-то родное. Наверное, нет такого человека, которого бы не затронули слова Пушкина, ведь... «Я вас любил, любовь еще, быть может» — это слова, которые на устах у всех. И «я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты» — так не скажешь больше. Казалось бы, так просто, так, да? Так очень просто, от души, от сердца, но настолько искренне, настолько глубоко. Когда чувствуешь вот этот весь перепад чувств, такое чувство, словно поднимаешься высоко в горы и падаешь вниз, но это чувство нельзя передать, его нельзя заново пережить и заново придумать такие же стихотворения. И вот вашим ученикам вы преподаете литературу, русский язык и, конечно же, читаете стихи Пушкина. Конечно, конечно. Я стараюсь так, чтобы мы не только на уроках литературы, а для того, чтобы привлечь, вы знаете, что одна из проблем сейчас в наше время, это, конечно же, детей очень трудно привлечь к чтению. Самое главное – это компьютер, это техника, и взять в руки книги как-то не очень удобно. Проще взять смартфон и быстренько найти этот текст. И чтобы они поняли, насколько это прекрасное произведение, мы стараемся во время внеклассных мероприятий, какие-то инсценировки, какие-то мероприятия, которые проявляют творчество ребенка, когда он может проявить, ощутить это. И, возможно, эти все мероприятия для того и созданы, чтобы ребенок взял эту книгу и прочувствовал, и прочитал ее.
заинтересовать, самое главное. Вот, ребята, скажите, действительно взрослые бьют тревогу, что дети не читают, как маленькие дети, так и большие дети не читают. Ну почему не читаете, скажите, ну вот по-честному. Вот Илья, почему? Ну, времени нет, это понятно. Ну да, иногда, конечно, времени все-таки нет. Но, в принципе-то, книга, вы не получите такого ощущения от телефона, от того же планшета или компьютера, как от книги. Потому что ты берешь, допустим, свежую книгу, ты ее чувствуешь запах. Не, ну, действительно. Ну, ты берешь, и ты... Запах страничек. Да, запах свежих страниц, это неповторимое ощущение. Вот. Ну, читать нужно, да. Нужно находить все равно время. Перед сном почитать немножечко. Это будет довольно-таки интересно. Я недавно прочитал очень интересную книгу. Читал я ее в печатном издании. Я не решился ее качать. Вот. Книга называется «Главное доплыть». Элизабет Хайт ее написала. Иностранная, английская писательница. Вот. Очень интересная книга. Советую тоже прочитать. Но также мы не будем забывать, что у нас есть наши отечественные поэты, писатели, которые пишут не хуже, чем иностранные. Ну, надо, наверное, читать все. Просто ну, не знаю. Читать, да. В детстве читаешь, берешь книжку, не смотришь даже на автора. Берешь и читаешь. И если книжка интересная, то все. Погружаешь в нее. Александра, вы читаете? Да, я читаю. Я ухожу в библиотеку. Я как-то... Я повторю, что, когда ты открываешь книгу, он как-то... Это не то, что тебе телефон наполняет. Это совсем другое. Даже чувства те же другие. И... Как-то, не знаю, лично у меня в семье, у меня есть младший брат, то есть мультики, он смотрит только советские и то, но больше мы читаем книги, потому что ему нравятся книги, всякие красочные иллюстрации, которые идут к книгам, то есть, он любит больше книги, все равно, даже мультики эти красочные, эти много красок, они все равно его не так привлекают, как вот книги даже. Потрясающе, познакомите меня с вашим братом, хорошо? Маленький. Да, Роман, вы? Я читаю, да. Вот недавно прочитал книгу Александра Дюмы «Три мушкетера». Классно. Даже приятнее, кстати. Вот за компьютером читал там книгу, надо было прочитать. Читал за компьютером, это как-то книгу открыть более, приятнее. Открываешь, листаешь, читаешь, там, как с листа простого приятнее даже Потому читать. Потому что живые страницы, да. Они дышат. А компьютер – это все-таки компьютер. Спасибо, друзья, порадовали вы нас, телезрители. Надеюсь, что и вас порадовали наши сегодняшние юные гости. Тамара Николаевна, будьте добры. Итак, вот прошел бал, пушкинский бал в Русском театре. Что вы еще готовите для просвещения наших горожан? Вы знаете, после только погасли, закончен бал, погасли свечи. И, общаясь, люди спрашивают, когда же будет... Следующий бал. Естественно, мы будем проводить весенний бал, посвященный тоже литературческим нашим личностям. Я хочу еще добавить Пушкину, нашему Александру Сергеевичу любимому. Вы знаете, недавно и тоже обращаясь к всем нашим, к нашему Николаевскому региону, зайдите в интернет, прослушайте песню «Ворон». «Ворон к ворону летит». Я только недавно тоже услышала эту песню в исполнении Екатерины Шавриной. Актуальная очень песня, но она шотландская песня написана, шотландская песня. Значит, люди любили даже в Шотландии Александра Сергеевича Пушкина. Вот эта связь земли, понимаете, связь народная, вот любовь и признание, это очень важно. Планов у нас громадью, вот. Литературное объединение «Золотой парус поэзии», «Стапи», литературное «Мы дружим», и литературное объединение «Заря», потому что члены организации ходят и в «Стапель», и в «Заря», и в этот, поэтому она многогранна, очень интересный проходит формат в библиотеке, детской библиотеке, в областной детской библиотеке, где мы тоже приходили, встречались мы также литературным таким нашим, семью литературных, это поэты наши николаевские, библиотека Гмырева. Вот. Многие такие интересы. Мы и в школы ходим. Вы знаете, мне очень было отрадно отметить, и я скажу об этом, что вот 61-й школы открыт музей страницы нашего замечательного Вячеслава Тимофеевича Кочурина в 61-й школе. 75-летие проводили в библиотеке, вспоминали его и молодость, его стихи, замечательные стихи. Марк Лисянский,
школа 19-я, отрадно отметить. Михаил Тимофеевич Ковалевский, мы тоже планируем в одной открыть, это еще покуда секрет, тоже где-то страницы творчества Михаила Тимофеевича. Замечательный поэт, его сегодня нет с нами, но память о нем мы всегда должны хранить. Это очень важно, это наша задача, это наш, как бы, вот, наше движение. Вот. Мы очень любим и украинскую классику, и мне нравится, что библиотеки города, вот, где мы приходим, они говорят, мы сегодня мы будем вивчати, я вас буду знакомить с классикой там, с наших миколаївських авторів. И Винограновского, вы знаете, и она настолько, вот библиотека, она любит украинскую литературу, это очень важно, и она с такой любовью об этом говорит, поэтому мы это воспринимаем, потому что мы жители земли, мы жители нашей Николаевского региона, мы должны любить нашу землю и уважать друг друга. Это, по-моему, самое главное. И это и наша задача. У нас культурологическое направление нашей деятельности. Поэтому мы считаем, что у нас есть уже опыт большой. Вот мы были и во Львове. Нас очень принимали. Мы готовили вот такие работы творческие. Уже эти взрослые. Это 2009 год, 210 лет было Александру Сергеевичу Пушкину, к знаменательной дате мы были во Львове, посещали в этот район, где был установлен первый памятник Пушкину, священник его установил, в школе в 45-й замечательный музей Пушкина, чтят память, люди добро, вот то, что набросано пером, замечательным пером Александра Сергеевича, оно рассеяно по всей нашей планете. Да, как зернышки. Это да, вот каждый по зернышке где-то вот собираем. Я вот обратила внимание, что ребята сами пишут выводы, и Юра Ткаченко, вот, я думаю, там такие замечательные строки. И очень здорово, чтобы дети это читали, это очень важно. Тогда и победитель была 19-й школы, нас пригласили, мы поехали. Очень много у нас планов, и я считаю, что читаем. И я уже взяла себе за правило, мы хорошо провели по Некрасову, да, вот да. Виктория Анатольевна тоже принимали участие в такой встрече по Некрасову. Вы знаете, и каждый говорит, ой, какие строки, боже мой, почему мы раньше этого, допустим, с этим были не знакомы, потому что здесь историю делают личности, а личности у нашей замечательные, все идет от души. И то, что идет с любовью, она вот в эти строки и в наших детях. Поэтому, дети, читайте, любите литературу, любите учителей и нашу землю, по-моему. От любви все прекрасное на земле. Ну, любовь все побеждает. Все побеждающее, да, добро и любовь. Да. Друзья мои, у нас остается несколько минут. Я бы хотела, чтобы вот Любовь Николаевна обратилась к телезрителям с такими замечательными теплыми словами, чтобы... Роман, что вы можете пожелать тоже вашим сверстникам в прямом эфире? Ну, хотел бы пожелать, чтобы... Все-таки больше читали книги, ну, как бумажных, а не электронных. Поняли. Любви им пожелать все-таки. Счастья, здоровья тоже. Ну, здоровье самое важное. Да, было бы здоровье, все остальное мы сами купим, да, Роман? Александра, будьте добры. Я также поддерживаю Рому, чтобы, ну, правда, читали больше книг, чтобы было не поговорить там о том, что было там в социальных сетях, а было, например, книгу прочитал и делишься своим мнением, и расскажешь о других книгах, чтобы другие тоже этим интересовались, как бы. Ну, счастья, удачи, любви. А вот как вы полагаете, больше всего, что сегодня тревожит ваше поколение? Вот детей, не детей, а людей вашего возраста? Честно? Честно. Все вот сейчас, кого не встретишь из молодежи, все говорят о любви. Хотя, мне кажется, в нашем возрасте это еще, ну, не надо. Любви все возрасты покорны, Александра. Ромео уже лето. Это прекрасно. Конечно, прекрасно. Илья, будьте добры. Я все-таки хочу поддержать слова как Саши, так и Ромы. Да, действительно, пусть и любовь покорна всем годам. Вот. Хочу пожелать, чтобы люди действительно интересовались литературой, также не забывали интересоваться современными, скажем так, технологиями.
Вот, и, собственно говоря, да, счастья, здоровья и любви. Любви. Виктория Анатольевна? Я продолжаю, потому что любовь – это самое главное. Любовь к близким, любовь к родным, к своему городу, к своей школе, к творчеству, ко всему. То есть, и, конечно же, любовь к книгам, потому что именно в книгах мы находим ответы на свои вопросы. Может быть, не на все, и тем не менее. Это самое главное. Если мы научимся читать, научимся думать, и мне кажется, жить будет немножко легче. Спасибо большое вам, друзья. Время пролетело незаметно. Дорогие телезрители, сегодня мы вспоминали Александра Сергеевича Пушкина, мы слушали музыку его слов. И, конечно, хочется закончить его словами, его советом, который он дает всем нам. «Гляди на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою иди, не разделяя с ней ни общих мнений, ні страстей». Це була розмова на тему. На все добре.